15-е, блядь. Ну, собственно, в общем, чем говорить про машину.
где мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. По пути, как говорится.
познакомились, телефонами обменялись. Вчера вместе на стоянку встали, парни в баньку сходили. Посидели, пообщались. Сегодня вот едем 50-60 км в час. Поехали, уже 70, теперь можно ехать.